Всем привет, с вами 5 Тёпа, и я вам покажу свою коллекцию из игры 5 часов с Соником Маник Мани. Целый год потратил, чтобы слепить всю часть Соника с первой до последней. Кроме LFT Соника. Может леплю, может нет. Но это не точно. Итак, первая часть про 5 часов с Соником. Это первый Соник. Вот такой. И камеру нормально снимаешь. Все. Во. Следующее это Марио. Я забыл типа сказать, что типа как Соник это будет Фредди, а Марио типа как Бонни. Понимаете? Следующее это Йоши. Типа как это Чейка из 5 часов с Фредди. Во. Только это Йоши из 5 часов с Соником. Следующий это Тейлз. Вы поняли, по повязке и по вот этой херни. Это типа как будет Фокси. Следующий это Голден Соник. Вот первая часть про 5 часов с Соником слеплена, показана. Вот. Скинов, если что, я забыл сказать, не будет. Я их не буду лепить. Скины по 5 часов с Соником Маник Мани. Ну, скоро будет Соник Маник Мани Плюс. Может быть, буду лепить скины. Кто знает. Следующий. Пошли уже 5 часов с Соником 2. Первый это той Соник. Типа как это той Фредди. Ну и там по той, не той. Фредди, не Чеки, Хони. Вы поняли, кто это будет. Да. Следующий это той Марио. Кавертик. Следующий это той Йоши. Большой нос получился. Большой. Следующий это Тенгл. Типа как это Тейлз, типа как это Мангл. Следующий это Балун Тот. Типа Балумой. Балумбой. Да. Это для меня была сложная фигурка, потому что вот это и вот это, там есть фольга. Потому что мне было, не было белой пластины и бежевого. И еще у него руки падают. Это и вот это, блин. Почему не попадают эти руки, я не знаю. Следующее это Луиджнетка. Следующее это Визард Соник. Типа или старый Соник, старый Соник. Следующий это Виджет Марио. Следующий это Визард Йоши. Мне кажется, что из олдов это большая Йоши, вот это Визард. Ну и фантом Йоши, который я покажу в будущем. Следующий это Той Тейлз, Визард Тейлз, во. Кстати, как атаковать Визард Тейлза? Маньяк Мани. Нажимайте на... Как это называется? Квелт. Я не помню. Короче, сами найдите клавишу, которую надо освещать этого Тейлза в Маньяк Мани. Следующее это Визард Голден Соник. Ну вот вся часть про 5 часов Соником 2 слеплена и показана. Пошли 5 часов Соником 3.
Следующий это Savage Sonic. Моя самая первая фигурка, которую слепила спящий Соника Маньяк Мания, который я слепил на технологии. Мне кажется, что Savage Sonic ниже, чем обыкновенный Соник. Сами посмотрите. Дальше. Визер Той Соник. Прости, Савич. Следующее это Визер Той Марио. Чё себе нормально выйдет. Следующее это Визер Той Йоши. Опять же, большой нос. Безногая тварь. Теперь пошли фантомы. Фантом Марио. Фантом Йоши. Криво как-то получилось ее слепить. Этого Йоши. Фантом этого Йоши. Самая падающая фигурка это Фантом Тэнгл. У нее все падает прям. Я даже в холодильник ставил ее. Хотя и так встанет в холодильнике. Ну и вот. Следующий это Фантом был тот. Как рэп зачитал Фантом был тот. Или это не рэп. Или это я не знаю, что это. Следующий это Фантом Луиджи Нетка. Наверное, все фантомы спящие с Соником 3 были. Хотя нет, еще один фантом есть, но я вам покажу потом. Ну и последний это Golden Sonic с пятничей Соником 3. Погнали, четвертую часть про спящий с Соником. Первый персонаж из спящей с Соником 4 это кошмарный Соник. Много ключек у него, во-первых. Во-вторых, у него я изменил цвет у него. Потому что когда лепил заново вот такого персонажа, я как-то смешал один цвет, и получился у меня новый цвет. Да и я первого Соника, вот там, вот этого. И вот этого Соника, когда появится пятая часть Соника Маньяк Мания Плюс, я их переделаю. Ну, потому что, вы знаете, они по-новому будут. Следующее это кошмарный Марио. Как выглядят иголки, шипы, колючие, крепкие. Просто делал зубочистку, и я и так делал колючими. Следующее это Найтмер, то есть кошмарная Йоши. С нозиком красивым. Давайте убивать написано. И опять Зана Байсая. Как и все Йосы. Следующее это Найтмер кошмарный Тейлз. Три хвоста. У этих кошмаров у них, наверное, что-то все прибавляется. Кстати, когда я показывал четвертую часть про пятую часть Соником, я забыл показать из пятой части Соником 3 Фантом Тейлза. Тейлз, как так мне так спрятался-то? Окей, положу как-нибудь. Следующее это Той Мэр. Из пятой части Соником 4. Я старался сделать прям максимально большим фигуркой. Ну и получилось. Красивая прям. Ну и следующий персонаж из пятой части Соником 4 это, конечно же, Голден Соник. Кошмарный Голден Соник. Теперь пятая часть Соником 5. Самый крутой персонаж из пятой части Соником 5 это Ориджин Соник. Почему прикольный? Потому что я его так слепил круто.
Ну, следующие персонажи, спящие с Соником 5, это Оранжевый Соник. Первый Голодон Соник, вот этот, потом этот, потом этот, потом этот, потом Шадоу Соник. Все части спящие с Соником слеплены. Теперь осталось уже Маник Мани. Маник Мани. Первый. Майти. Клон Майти. Типа как это Фредди Соник. У него такая. Он делал то же самое, как Соник, короче говоря. Следующее это. Как этого ежа назвать? Ну, короче, кошмарный, кошмар. Я забыл, как его зовут. Короче, вот он. Красивый. Колючки, как у Шэдоу, я слепил. Следующий это Фантом Биф. Встречается он 5 часов с Соником 3. Ну а вот этот персонаж, он встречается с 5 часов с Соником 4. Следующий это Фантом Сэлвич Соник. Встречается он в игре 5 часов с Соником 4. И опять у Фантома Бива отличается голова. Отлетается, я хотел сказать. Следующие это вот такие персонажи. Забыл, как их зовут. Кажется, их зовут Плюш Тейлс или Плюш Соник. Я забыл, как их там зовут. Следующий это Тейлс Дол. Должен появиться во второй части про Соника. Опять же, Соником 2, хотел сказать. Выглядит как оригинальный Тейлс Дол, но есть изменения. Следующий это Той Тейлс. Дефтюля. Типа из второй части про опять же Соником. И последняя фигурка, которая моя любимая, это Золотой Доктор. Доктор Золотой. Во, вот так правильно. Вот плащ какой крутой. Он вообще крутой. Особенно ноги маленькие, вы скажете. Ну и пусть маленькие. Фух, как же устал лепить. Пойду отдохну. Что? Марка какая-то. Найди меня. Что за херня? Что за... Кто включил свет? А? Чё за... Да. Как вы могли подумать, это последняя фигурка. Это Фантом Иэн. Финальная фигурка, которую я слепил. Вот моя вся коллекция из игры 5 часов с Соником Маньяк Мания. Ну вот и все. Скоро будет Соник 5 часов с Соником Маньяк Мания Плюс. Если что-то там будет, ну, персонажа я слеплю и покажу вам видео. А пока, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. С вами был Степа. Всем пока.